От жителей всего двора на Георгия Димитрова пришла Евгения Новикова на прием к депутату Госдумы Игорю Станкевичу. Вопроса два, и оба по благоустройству. Жители хотят продлить асфальтовую дорожку до светофора и сделать бордюр доступным для инвалидов и мам с колясками. А рядом устроить аллею для прогулок. Там, значит, у нас в три ряда растут березки. Вот. И вот если мы там сделаем от демократической остановки два тротуарчика между березами, во-первых, красиво очень будет. И будет у нас зона какая-то прогулочная. Те вопросы, которые вы поднимаете именно по прохождению инвалидов, мы об этом говорили в прошлый раз, и я думаю, что по весне этот вопрос должен быть решен полностью. По зоне деревьев, кустарников, ну давайте пригласим специалистов туда, и пусть они нам предложат. Потом вместе с вами выйдем и посадим свое дерево. Многие на прием приезжают из области. Проблемы самые разные. Газификация поселков, организация фермы или улучшение жилья для многодетной семьи. Но найти решение возможно для каждой. У депутата есть много возможностей. Начиная от телефонных звонков, качая депутатским запросом. И у нас есть положение, по которому обязательно на депутатский запрос отвечают как министры, так и региональные министры, так и члены регионального правительства. За первый день приема депутаты Федерального собрания приняли 14 жителей Самарской области. Такие же встречи провели парламентарии городской и губернской думы. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События.